Слава Украине! Привет всем от Полонского. Помните постоянные истории с выставками российских дипломатов из различных нормальных стран? И то, как их выпирали из Соединенных Штатов Америки. Я перечислять все страны не буду, потому что таких стран десятки. Вот. Ну, просто больше всего их так называемых дипломатов выпирали из США, Великобритании. Очень много из Франции, из Германии, из Италии. Короче говоря, пшикали их отовсюду. Из Японии выслали к чертовой матери, чтобы духу их там не было. И так далее. Да, так вот, я тогда еще смеялся. Я все время говорю, смотрите, Россия всегда тебя бросит. Вот ты сегодня, у тебя хорошая работа в посольстве, хотя ты офицер ГРУ. Ты не дипломат, ты офицерьё. У тебя хорошая работа, у жонки твоей хорошая работа, там сырная такая, смачная при посольстве. Сытная имеется в виду, и сырная, и сытная. Вот. А потом тебя выкидывают. Я сразу сказал, в Сыктывкар, да, улыбнитесь. И вот я оказался пророком. Вот недавно, по-моему, 11 или сколько офицеров ГРУ написали письмо Путину о том, что их выслали в никуда. Кого в никуда? В других посольствах, понятное дело, столько работы для шпионов нет. Ну, Эритрея не резиновая. Посольство в Эритрее не резиновое. Посольство в Никарагуа не резиновое. Где там еще? В Экваториальной Гвинее тоже не резиновое. Там, ну, сколько этих офицеров надо, этих, которые кажутся дипломатами? Сколько их там надо? 3,5 человека. Все. В Кабуле там у друзей, у этих талибанщиков тоже не резиновое посольство. Все. Некуда больше, некуда ехать. И этих чудиков начали, ну, поскольку они же офицеры, они же не дипломаты, их начали пихать в воинские части, в обычные. Давай, Ванек, вперед, на плац построения и вперед, да, от забора и до обеда. Копай лопату, бери больше, кидай дальше. Это для него. А для жонки, а знаете, что женам предлагают? Я вам рассказываю, она после, представляете, после вот эти ногти, вот это все, эти массажистки, это все, вот это все так, да? А им сейчас люди предлагают, говорят, то иди разносчиком пиццы там в Глово или что там, ну, аналог Глово, я не знаю, как там на России называется. В Деливери иди, он работает там, аналог Новой почты там, вот, вот там вот иди, работай. Есть же работа на России, опять-таки, очень много работы для дворников. Почему ваши жены не могут дворничками работать? Достойная работа. Почему она должна быть обязательно там в посольстве где-то? Полно работ. Тем паче, что таджики работают, уж поймите, тоже гастарбайтеры, это значит нехорошо. Вот. А когда жены этих офицеров ГРУ пойдут работать вместо таджиков, то будет, я считаю, нормально. И им и такие работы и предлагают сейчас. И они возмущаются, значит, для детей нет места в садиках. Для жен нет работы, в школах тоже нет места. Вот так вот. А его самого на плац там где-то, да, в Мурманскую область. Ребята, это еще раз говорит о том, что России абсолютно наплевать на своих граждан. Если уже тех, кого они считали дипломатами, безжалостно из МИДа выкидывают, ну, действительно, к МИДу они кое отношение имеют. Они там подвязались, пока была работа шпионе где-то в Германии, в Франции или в Канаде, да? Теперь его оттуда выгнали. В Сыктывкар, воинскую часть, там 12-158, с командиром-алкоголиком. А жена пойдет работать там вот в этот самый, как там, в доставку пиццы. Ну, если не хочет, то она же пользовалась услугами массажисток, знает, как делать массаж. Ну, пойдет, он тоже поработает. Россия всегда тебя бросит, сынок.